В октябре в центре города включат отопление. В этом уверяет директор департамента городского хозяйства Александр Козловский. Сейчас коммунальщики меняют дырявые трубы. В муниципалитете уверяют, из 1000 повреждений уже устранено 950. Таким образом, до 15 октября коммунальщики планируют завершить перекладку более чем 3000 метров труб. В настоящее время проведена первая очередь осенних гидравлических испытаний. Отмечу, отопительный сезон в Одессе официально стартует после того, как среднесуточная температура воздуха 3 дня подряд составляет меньше 8 градусов. По стандарту, как правило, в первую очередь, конечно, подается тепло в медицинские учебные учреждения. В последующем, конечно же, параллельно мы запускаем дома. Как правило, если в новых районах после включения котелин происходит подключение домов где-то, ну, максимум там 3-4 дня, то по центру города это занимает, как правило, 10-2 недели.